Алтайский регион является одним из самых известнейших регионов Российской Федерации по количеству объектов культурного наследия. И прежде всего это не памятники истории и культуры, которых действительно много в наших городах, которые отражают разные этапы развития нашего региона с Петровского времени, периода строительства серебропровильных заводов, периода Столыпинской реформы, но прежде всего это, конечно, памятники археологического наследия, которые охватывают период самой древнейшей эпохи, с эпохи палеолита и практически до русского освоения. В настоящее время известно более 3500 памятников археологии, которые находятся на территории Алтайского края. Из них только более 2000 стоит на государственной охране, а 1500 – это те объекты, которые были в разное время выявлены специалистами-археологами, но, к сожалению, пока не попали в реестр. Есть среди них такие, конечно, всемирно известные, как памятник археологии Денисова пещера, который является объектом культурного наследия ЮНЕСКО, который прежде всего нам известно как место обнаружения следов существования нового человеческого вида Homo denisovan, или еще как некоторые называют человек алтайский, который показал, какой сложный и многоразный путь проходил человек в становлении человека современного вида. Есть памятники менее известные, но тоже широко представленные среди научного сообщества. Это такой как памятник Сростки, который находится на территории села Сростки, родины Василия Макаровича Шукшина, где в начале 30-х годов были произведены археологические раскопки, которые отражают период предмонгольского времени на Алтае. Есть памятники, которые известны сугубо археологам, но всех их объединяет одно – это памятники археологии, это тот единственный источник, по которому мы знаем наше древнейшее прошлое. И вот, к сожалению, ситуация складывается с памятниками археологии таким образом, что они всегда находятся под опасностью их уничтожения и разрушения. Это обусловлено тем, что памятник прежде всего находится на земле. Он привязан к земле, он существует на земле, он часть этого ландшафта, без которого он не может существовать. И с одной стороны на него влияют природные факторы, а с другой стороны это факторы антропогенные. Если природный фактор – это ветер, дождь, размыв рек, эрозия постоянная, ее как-то мы еще можем ограничить, музифицировать памятник археологии, провести спасательные археологические работы, какие-то мероприятия сделать для того, чтобы он не разрушался, то фактор антропогенный, он наиболее самый такой жесткий, который подвергает памятниками уничтожению. Здесь можно выделить несколько факторов. Это прежде всего как бы осознанные действия, а другие неосознанные. Ну что такое осознанные действия? Это вот, ну, прежде всего можно назвать, это когда так называемое археологическое браконьерство. Это вот эти вот люди, так называемые, которые занимаются металлическим поиском, которые ходят с детекторами у нас по, как они называют это, по древним поселкам, вот, и изымают тот металл, который попадает им. К сожалению, вместе с предметами, скажем, новейшего времени, русского времени, очень часто они занимаются, по сути дела, расхищением памятников древнейшего прошлого, особенно бронзового века, потому что для бронзового века предметы сделаны из бронзы, они залегают достаточно высоко, поэтому очень часто обнаруживают, получая устойчивый сигнал, и они становятся предметом коллекционирования, а зачастую и даже предметом мародерства, когда они поступают в частные коллекции для последующей продажи. И тут у нас известно несколько случаев, когда наши правоохранительные органы вместе с органами государственного надзора в области культурного наследия реагируют достаточно оперативно, и такие преступные действия пресекаются. Но, к сожалению, нужно отметить, что без общественного участия, широкого общественного участия, пресечь такую деятельность практически невозможно. К сожалению, очень часто на интернет-аукционах попадаются
очень редкие вещи, которые напрямую говорят, что они происходят с Алтая. И здесь, конечно, очень важна вот как раз позиция и ученых, и позиция краеведов, позиция общественников, которые вот способны создать такую негативную общественную атмосферу для деятельности подобных людей и никак ее не поощрять. Другой фактор, конечно, это очень важно, это строительство. К сожалению, человек в своей деятельности, расширяя постоянно, осваивая новые земли, он занимается стройкой, строит дороги, возводит мосты, системы мелиорации, гидротехнические сооружения. И в этом случае, конечно, памятники археологии, они зачастую попадают вот эту, в зону риска и подлежат исследованию. Как правило, сейчас отлажен достаточно четкий механизм реагирования, когда строители обязаны обратиться в государственные органы и провести соответствующую экспертизу земель, которые попадают под изыскание. И тогда, конечно, приходят археологи и порой вот в самых неожиданных местах находят новые памятники. Вот в прошлом году у меня был такой опыт. Мы работали около села Манжирок Маминского района и проводили тоже археологическую экспертизу земель, на которых должна строиться новая линия электропередач. И неожиданно для нас самих, достаточно высоко в горах, мы обнаружили средневековое городище. Вот. И благо строители здесь пошли навстречу, они как бы сделали перенос трассы. Но вот, к сожалению, бывает, что не всегда происходит вот такая реакция. Почему это происходит? К сожалению, несмотря на то, что памятники археологии стоят как бы в государственном реестре, это специальный список, где они стоят на учете, дается их описание, местоположение, и все эти памятники до сих пор определены у них границы. То есть вот у нас каждый земель, кто является собственником земельного участка, там в садоводстве или где-то там в пригородном хозяйстве, у него есть кадастровый паспорт участка. Вот такой же кадастровый паспорт участка должен быть на каждый памятник археологии в идеале. Но, к сожалению, это дело дорогостоящее и делается примерно 60-70 памятников в год. Устанавливаются границы. Получается парадоксальная ситуация. То есть как бы памятник археологии есть, он известен, но неизвестно точное место его локализации. Поэтому зачастую эта территория застраивается. Ну, конечно, очень трагическая ситуация, она складывается вокруг городов. Таких наших крупных городов, как Бийск и Барнаул. Например, целый комплекс памятников, такие как, которые существовали, сейчас фактически они застроены территории города, существовали на территории его промышленной зоны, которые протянулись вдоль левого берега Оби, от кожзавода и до научного городка. Это большие курганные могильники, они, к сожалению, на настоящее время все застроены. Вот. И главная задача в этой ситуации – это оперативно реагировать. Ну как реагировать? То есть я вот опять хотел бы обратить на это внимание. То есть у нас есть государственное управление по охране культурного наследия, которые работают чиновники. Их, вот, к сожалению, мало, объем работы у них огромный. И, конечно, без общественного участия, без участия профессиональных ученых, без участия краеведов и просто людей неравнодушных к древнему прошлому, вот такой вот своевременной реакции на те случаи, когда происходит разрушение памятников культурного наследия и донесение вовремя ее до соответствующих чиновников, без нее самого сохранения не существует. Я просто приведу простой пример в моей практике, который вот буквально лет 10 назад был на территории, который прилегает к селу Фирсово, когда там начиналось строительство коттеджных поселков. Мы были на выезде по своим, так сказать, научным проектам, работали, приехали вместе с географами и обнаружили, что в это время там работает бульдозер. Бульдозер, который, по сути дела, сносил памятник, которому более 3000 лет.
Вот. И вовремя реакция, мы остановили строительство и обратились к нашим чиновникам, которые эту стройку вовремя остановили и памятник спасли. Я к чему говорю? У нас есть в Конституции статья 44. Есть там несколько пунктов, которые первый пункт говорит, что каждый гражданин Российской Федерации может использовать культурное наследие, а третий пункт говорит, что каждый гражданин Российской Федерации обязан заботиться о сохранении культурного наследия. Мы, как граждане, должны быть небезучастны к сохранению нашего прошлого.